Андрей, город Бишкек, Кыргызстан. И Жигиреев Павел. Сейчас вам будут предоставлены черные ящики. Здесь у вас дополнительный набор продуктов, который вам, может быть, понадобится. Берите немного, аккуратно, в меру. Остается лишним. Значит, конина, жая. Многие спрашивают, а что можно из конины, только вот если ее не варить, да? Многие задают такой вопрос. Вот сегодня мы узнаем, что же все-таки можно с ней сделать, если не варить, да? Что-то, короче, с ней надо делать, ее как-то парить, потому что все матерились в прошлом году. Блюдо конкурсное, которое оценивает профессиональное жюри. Сегодня шеф-батл барбекю 2016 проходит в мега-центре Алма-Ата. И Казахстана. Казахстана. Да. И также ассоциация шеф-поваров Казахстана. Это уже второе мероприятие. В рамках этого мероприятия мы увидели работы более 100 шеф-поваров, которые показывали свое мастерство за два конкурса. С каждым разом все больше и больше набирает интерес. Не стал участниками шеф-батла, у вас есть время подумать. Я за клин папу попалю. Я вас много обожаю. Дорогие друзья, алматинцы и гости, сегодня проходит шеф-батл барбекю. Шеф-батл барбекю 2016 в мега-центре Алма-Ата. Прямо сейчас. Через час состоится финал этого международного по поддержке и республиканского по значимости конкурса. Музыкальная программа. Давайте сейчас посмотрим на небо и попросим его не бушевать. Давайте сегодня до полуночи кулинаров. И давайте сейчас поприветствуем все гости наших участников. Это шестой заплыв. А вино красное есть? Ребята готовят из конины перепелки. Шеф-повара барбекю 2016 года. Такие сюрпризы погоды готовит нам Алма-Ата в этом году. Дождливая весна, надеюсь, ливня не будет. Молитесь всем богам на всех языках, которые вы знаете. Давайте сегодняшний вечер и сегодняшний финал, который состоится через час, пройдет при хорошей погоде, чтобы никого не смыло. Пусть дождь поднимет только настроение, добавит сочности блюдам. Испортить им настроение и, конечно, вкус великолепных новых блюд, изобретаемых прямо здесь и прямо сейчас. Это случайное сочетание трех продуктов, которые попадают в черный ящик нашим участникам, заставляют... Смотрите, какой интересный процесс приготовления. Сейчас на экранах вы видите наших участников, когда камера очень круто показывает руки мастеров. Можно наблюдать. Сейчас стоит в ринге. Это жая, задняя часть конины, которая сама по себе не очень мягкая, которую вы привыкли употреблять в вареном виде, в тушеном вареном виде. Сейчас, возможно, есть что-то новое. Я думаю, есть какие-нибудь профессиональные секреты. Надеюсь, что наши участники справятся с этой сложной задачей приготовить не самое сочное мясо. Самым наилучшим образом. Пожелаем им удачи сейчас. Но все-таки это казахстанские повара, поэтому я думаю, что они имеют опыт общения с жая. И сейчас покажут все свои способности. Все за вас переживает город. Два участника приехали из города Шымкент,
А один участник приехал из города Бишкек. Типа сейчас последний. Давайте поаплодируем.